Но сегодня для нас, для всех очень радостное событие. Для проектантов, для строителей, особенно для работников Сахатранснефтегаз. Потому что наша компания в этой стройке, он работал, ну, является как заказчик-застройщик. Сегодня мы рады, что чурапчинцы получили природный газ. И, как говорит девиз нашей компании, с нами теплее. Я очень надеюсь, что будущая жизнь чурапчинцев, она будет теплее, светлее, уютнее, комфортнее. Долго ждали этот счастливый момент. Очень рады. И мы надеемся, что уклад жизни нашего района совершенно изменится. Наши молодые ребята будут работать в нефтегазовой промышленности, отрасли. И мы очень надеемся, что экономика наша еще улучшится, потому что с приходом газа все производство будет газифицировано. И наше производство основное сельское хозяйство, думаем, что пойдет на подъем. Сегодня у чурапчинцев началась новая жизнь. Сегодня пришел природный газ. Нужно запомнить эту дату и этот день. Потому что теперь качество жизни в чурапчинском улусе изменится. И оно будет абсолютно другим, будет гораздо еще более лучшим. Я от души поздравляю жителей чурапчинского улуса, села Чурапча с этим историческим и знаменательным событием. И желаю вам всем развиваться дальше, развиваться хорошо, и желаю гармоничного развития в семьях каждого из вас.